5 марта прошел гоночный ивент под названием «Форсаж». Сбор проходил в центральном аэропорту острова Алтис. Когда все было готово для ивента, а участникам были разъяснены правила, началась гонка. Во время заезда произошло несколько ДТП, но они были благополучно устранены, и гонка продолжилась. Все удачно финишировали, а самых ловких водителей ждали призы. Ивент удался. Спасибо всем участникам.